Друзья, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славный мукбанк. У нас сегодня роллы. Из суши-шоп. Да, из новая доставка. Но я, конечно, сейчас... Не доставка, мама, это самое. Тут, короче, возле нашего дома, прям рядом продают. Ну, это они делают, потому что там можно покушать даже у них. Ребята, я их когда увидела, сейчас доставала, мне было так смешно. Я привыкла к, ну, к своей любимой доставке «Порви рот», короче. Это сладкий ролл. Просто размерный. Вот такого размера. Зато красиво выглядит и очень вкусно пахнет. Клубникой. Просто это кушка. Калифорния с лососем. Это короче, просто с огурчиком. Это Калифорния. А это этот самый. Всем приятного аппетита. Очень масенькая. Масявочка. Всем приятного аппетита, друзья. Слушай, вкусно? Да еще вкусно. И знаешь, всего достаточно. Слушайте, да. Маленький да удаленький. Да. Хоть вот посмотреть по виду, типа больше всего этого риса, но достаточно. Васаби термоядерные. Ну да, это же хорошо, да? Так, пробуем вот это. Как у вас, друзья, дела? Как настроение? У меня пушечное. Мне смешно, вот честно. Тут один рис. Ну, как для меня. После моих после моей любимой доставки. Бомбически. Нереально. Вкусненько. Вкусненько. Ну, что здесь повкусно, да? А рыба не чувствуется. Ну, вкус тесон нормальный. О, термоядерная фигня. Это молочный коктейль. Клубника, земляника, друзья. Меня тоже. Даже не сладкий. Это с половиной, полтора. Это просто с огурчиком. Маги. Унаги-маки, или как они там называются. Ну, такая вот этот набор штучка. Вместе со сладкими роллами стоил 1030 рублей. 1000 рублей. Вот это все. И сладкие роллы. Они вкусненькие. Сладенькие. Ты же сладенькие ешь. Давай сначала эти поедим. Ребята, у нас ночью дубак. У нас вообще обещается скоро снег. Вы представляете? Скоро? Да, буквально в сентябре. В сентябре. Обычно в октябре. Ну или уже в ноябре. В сентябре. Да, у нас в хате дубешник. Просто дубарь. Сегодня 5 сентября. Вы увидите этот ролик 6-го. 5-го вот сегодня должны вообще, по идее, дать отопление уже дать. Поэтому в следующем видео она расскажет, дали нам отопление 5-го или нет. Но я лично не слышу, как нам по трубам идет горячая вода. По трубам. А что это? По трубам. По трубам. Пофигу. Что это, как правильно, жалюзи или жалюзи? Жалюзи. Я так информатичка тоже сказала. Я сказала, жалюзи, она такая, ты первая, кто так правильно сказала. Жалюзи, да. А то все говорят, жалюзи, жалюзи. Я такая, идиоты, значит, русские не знают. Мы еще, короче, вчера хотели за роллами сходить. Ну, что-то это. Что-то так лень было. Угу. Из дома выходить вообще не хотелось, потому что дубарь. Ей больше из-под вилла. Утром было плюс 2. Вообще капец. А сегодня сколько? 5 что ли или 7. Не, брать можно. Дешево и вкусненько. Лично я бы брала бы.
себе. Дешево и вкусненько. Рыбка, конечно, лазером нарезана. И какая-то она безвкусная. Потому что я мало могу. Больше риса чувствую. Угу. Сейчас, короче, будем пробовать разные доставки по Ухте роллов. И оценивать. И оценивать. Где вкуснее? А заказывать и оценивать, да. Где вкуснее? У нас же еще есть... На первом месте у меня пока стоит Ухты суши. Это суши-шоп, да? Угу. Ну, пока она занимает второе место. Ну, потому что мы пока еще ничего не заказывали, кроме да. нашей любимой. А еще мне говорит, пробуй что-то новое. Надо пробовать, надо, дочь. Не, ну ты мне сама говоришь, что-то новое пробовать. Ты сама одно и то же каждый раз заказываешь. Потому что они вкусные. Нет. Они лучшие в городе в нашем. На кого? Кому-то вот такие малипусники нравятся. Ну, кому-то, да. С самого утра уже выложили. Время? 11 часов утра. 11. О, да, время. Ну, вы, наверное, не видите. Они отзеркалят. Ну, можно поднять 1.00, двоеточие 1.1. Поменять местами 11. Как будто это сложно. Как у вас погода? Напишите. Очень интересно. Угу. Какая в каком городе погода? Ой! Ой! О, выпила пьяная на стуле. Теперь шатается. Хватит! Что за это самое? Ну ты же его расшатала. Он такой был? Нет. Ты на нем вот так вот. Музыку врубала и вот так вот на нем грубо. Ну я танцевала. Надо было встать и танцевать, а не на стуле. Он так... Ладно, на... все. Я думала, к этим роллам сладким. Нет, они... Отдельный что? Соус полагается. Там же написано, с клубничным сиропом. Знаешь, что такое сироп? Господи, какая миссипузечка! Ой! Просто вот рука сравнит. Да. Размером с мой питатёчек. Это будет заставка. Да, если у меня лицо там некрасивое. А с яблоком? Там не яблоко, там киви. Ну, это яблоко и киви. Там яблоко и киви. А, я думала, это банан. Это яблочко. Вот такого размера. Ну, они, конечно, не с моим пятачок. Ну, вот эти капец вообще. Ну, эти стоили 200 с чем-то рублей. Очень хорошо, честно, очень хорошо. Я бы еще не поела их. Все вместе обошлось в 1000 рублей. Ну, 1030. Васаби оплачивается отдельно. 5 рублей. А вот это бесплатно. Угу. Имбирь я не стала брать, потому что мы имбирь не едим. Он тоже платный. Похавать можно, да? Ты ела вот эти с огурчиком? Да, ты тоже. Я знаю. Если еще их посолить, вот эти вот, или как нори. Нет, там чипсы идут, они обжаренные. А это свежие нори. Ага. Ты не ешь. Скажи, что ты наелась. Я просто ковыряюсь. Запивай там. У меня же есть. Ага. У меня, как обычно, все вне кадра. У нее все в кадре, у меня все не в кадре. Ты знаешь, иду вот так вот. Когда их дали нам,
Вот в этой штучке вот это, да, были? А эти все вместились только в одну вот эту штучку. Мне когда приезжает доставка с... У меня там 50 коробок. У меня 3 коробки, если я заказываю сет. Ну, потому что они огромные по сравнению с этими. Потому что там вот одни вот эти, вот, например, вот эти роллы в одной коробке умещаются. Да. Мне вот эти понравились больше, чем... Понимаешь, если бы они не ложили бы такие коробки, как 3 отсека, у тебя было бы меньше коробок. Может быть. Вот, они как положили, у них влезли и роллы, и васаби. Потому что они мелкие, Настя, тут положить нечего. Я все. А сладкие? Потолок. Ой. Прикольно. Ничего, ничего. Магия. Вкусненький ролл сладенький. На зубок. Ролл на зубок. Ну все, мои хорошие, спасибо, что покушали с нами. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите комменты. Нам будет очень приятно. Всех обняли. Всем пока-пока.